Многомиллионные хищения в сфере образования выявили в антикоррупционной службе. Так, в области ЖТСУ бюджетные деньги перечисляли на счета мертвых душ, а некоторым сотрудникам переводили сумму с учетом повышенной зарплаты, но затем их обналичивали и присваивали себе. А в Туркестанской области пытались похитить 26 миллионов тенге, подозревается главный инспектор региональной ревизионной комиссии в получении взятки. Изобличен также государственный аудитор Алматинской области. Ему дали 500 тысяч тенге за положительное заключение проверки в одной из школ Талдыкургана. Аналогичный факт установлен в Алматинской области, где руководитель отдела областной ревизионной комиссии получил от бухгалтера отдела образования Карасайского района взятку в сумме 1 миллион тенге за положительный результат аудиторской проверки. По данному факту антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование.